Мужчина, там флакона нет. Причетник персонально, чтобы к каждому подошли и сказали, что вы должны собраться. Вы знаете, что вы торгуете в запрещенном месте. Если хотите торговать, идите на рынок. Нужно собраться, бабушка, идти домой. Тут нельзя сидеть и торговать. Это просто не надо. Вы подаете другой пример остальных. Да, можно только на рынке сидеть. А стоять можно? И стоять тоже нельзя. А я приду с кровати, с раскладушкой. Нету, да, у вас лицензия? Нет, она торговля. А почему? У вас же как сидели, вот тут. Да, документы. Нет, я не рассказывала. А что они же не сказывали? А почему не носили? Людям выдают бумагу, что... Как это не видно? Они же потеряли, нам пластик, ничего не потеряли. Я знаю, что...